Здравствуйте, дорогие участники вебинара. Сегодня на нашем вебинаре мы будем заниматься заданиями по нахождению части А целого и нахождению, значит, целого от А какой-то части. Итак, для того, чтобы найти часть от целого, нам нужно число. Извините, пожалуйста. Чтобы найти часть от целого, нам нужно число, соответствующее целому, разделить на знаменатель и результат умножить на числитель. Предположим, вот у нас такое задание. Нам нужно найти 2 трети части от 39. В данном случае 39 – это является у нас целым. 39 разделить нужно на 3, то есть на 3 части, и умножить на 2. То есть мы забираем две части, находим две трети части от 39. И это будет равно 26. Сейчас мы рассмотрим с вами следующее задание. В автобусе 51 место для пассажиров. Две трети этих мест уже заняты. Сколько еще пассажиров может сесть в автобус на оставшиеся места? Итак, для начала мы должны найти, сколько же составляет две трети части. Мы знаем, что у нас всего 51 пассажир. Поэтому мы должны 51 разделить на 3 и умножить на 2, чтобы найти две трети части. И это у нас будет равно 34. Значит, 34 места в автобусе уже заняты. Нам нужно узнать, сколько мест осталось. Для этого от общего количества, то есть от целого, мы должны отнять часть, которая уже занята. И это у нас будет 17. Значит, верный ответ у нас будет вариант Б. Рассмотрим следующее задание. Найдите 5/6 часть суммы двух последовательных четных чисел, следующих за числом 150. Так, давайте мы с вами сначала рассмотрим, какие же числа у нас следуют четные за числом 150. Мы уже знаем, что четные числа – это те числа, которые оканчиваются на 0, 2, 4 и так далее. То есть делятся на 2 без остатка. Числа четные, следующие за числом 152, это будет 150, это будет 152. И следующее число 154. Сначала мы найдем сумму этих чисел. Это у нас получится 306. Затем мы должны найти 5/6 часть от этой суммы. 306 у нас целое. Для этого мы должны 306 разделить вначале на 6 частей, затем умножить на 5. И узнаем, сколько же будет 5/6 частей. И это у нас получится 255. Значит, верный ответ – вариант Д. В магазине за 3 дня было продано 1260 килограмм яблок. 1/4 часть всех яблок продали в первый день. 1/5 часть – во второй день. Сколько килограмм яблок было, сколько килограммов яблок было продано в третий день? Итак, давайте мы для начала определим, сколько яблок продали в первый день. Так как это 1/4 часть от целого, а целый у нас это 1260, значит, мы должны 260 разделить на 4, может, на 1. И у нас получится 315 килограмм. Это у нас первый день. Затем во второй день продали 1/5 часть. Поэтому мы должны снова 1260 разделить на 12 и умножить на 5. И у нас в результате вычислений получится 525 килограмм. Это продали во второй день. Вопрос задачи следующий. Сколько было продано в третий день? Для этого мы должны от целого 1260 отнять, вычесть
Количество яблок, проданных за первый день, и количество яблок, проданных за второй день. Итого у нас получается 420 килограмм. Значит, в третий день у нас продали 420 килограмм. И правильный ответ будет вариант А. Одна из двух 36-литровых кастрюль наполнена водой на 3/4, а вторая на 5/6 часть. Сколько литров воды надо перелить из второй кастрюли в первую, чтобы воды в кастрюлях стало хватит? Итак, для начала давайте мы с вами определим, на сколько литров наполнена наша первая кастрюля. Значит, всего 36, а у нас она наполнена на 3/4. Значит, мы должны 36 разделить на 4 и умножить на 3. Итого у нас получается 27 литров. Значит, 27 литров – это у нас первая кастрюля. Вторая кастрюля, она же наполнена на 5/6. То есть мы должны 36 разделить на 6 и умножить на 5, узнать, сколько это составляет. И у нас получается 30 литров. Это вторая кастрюля. Теперь у нас следующий вопрос. Сколько литров воды надо перелить из второй кастрюли в первую, чтобы воды в кастрюлях стало поровну? Во второй кастрюле у нас больше воды, 30. Значит, мы должны найти разницу. И у нас получается 3 литра. Значит, эти 3 литра мы должны разделить поровну, и тогда у нас получится одинаковое количество воды в двух кастрюлях. 3 литра, мы знаем, что это есть 3000 миллилитров. Значит, если 3000 мы разделим на 2, у нас получится 1500 миллилитров. А это есть 1 литр 500 миллилитров. И ответ нашей задачи будет вариант Е, 1 литр 500 миллилитров. 1/6 часть 48 литров воды влили в 2-литровые, а остальную часть в 5-литровые сосуды. Сколько сосудов понадобилось? Итак, давайте мы с вами рассмотрим, сначала найдем, сколько составляет от 48 литров 1/6 часть. Для этого мы 48 делим на 6. И так как у нас здесь одна часть, умножаем на 1, и у нас получается 8. 8 литров у нас, значит, 8 литров воды у нас влили в 2-литровые. Остальную часть 5-литровые. Значит, у нас было всего целых 48. 8 литров мы уже влили в 2-литровые, значит, оставшаяся часть это делает 40 литров. Теперь нам нужно узнать, сколько сосудов нам понадобилось. Итак, 8 литров мы разделили в 2-литровые сосуды, а 40 литров, оставшиеся, мы, значит, перелили в 5-литровые сосуды. Теперь давайте посмотрим. Итак, у нас получилось, что 2-литровых нам нужно 4 сосуда, а 5-литровых нам нужно 8. А вместе это получается 12 сосудов. Значит, верный ответ у нас будет вариант А, 12. Задание номер 6. На сколько градусов 1/5 часть развернутого угла меньше прямого угла? Мы с вами знаем, что развернутый угол имеет градусную меру 180 градусов. 1/5 часть 180 градусов. Чтобы узнать, мы должны 180 градусов разделить на 5 и умножить на 1. Мы берем одну часть из 5. Итак, у нас получается 36 градусов. Прямой угол, его градусная мера равна 90 градусов. Значит, чтобы узнать, насколько 1/5 часть развернутого угла меньше прямого, мы должны найти разницу, то есть от большего мы отнимаем меньше, от 90 градусов мы отнимаем 36. И у нас в результате получается 54 градуса. Значит, ответ будет у нас вариант D, 54 градуса.
Сколько килограммов муки в двух мешках, если в одном 1/2 центнера, а в другом 1/4 центнера? Мы с вами знаем, что в одном центнере у нас 100 килограмм. Поэтому, чтобы найти 1/2 центнера, мы должны будем 100 разделить на 2 и взять одну часть, умножить на 1. Это будет 50 килограмм. Это наш первый мешок. В другом же мешке 1/4, значит, это будет у нас 25 килограмм. То есть мы 100 делим на 4, умножаем на 1, на 4 части и находим 1/4, то есть берем одну часть. Теперь нас спрашивают, а сколько килограмм муки в двух мешках? Для этого мы находим сумму затем первого мешка, массу первого мешка и массу второго мешка складываем, и у нас получается 75 килограмм. Ответ, значит, правильный ответ этой задачи будет 75 килограмм. Вариант С. Айдину 15 лет. Мевсум старше Айдина на 3/5 часть его возраста. Сколько лет Мевсум? Итак, нам известно, что Айдину 15 лет, а Мевсум старше его на 3/5 часть его возраста. Мы вначале должны определить, насколько, сколько же это будет 3/5 части. Значит, мы 15 должны разделить на 5 и умножить на 3. И это у нас будет, это у нас будет 9 лет. Значит, Мевсум старше Айдина на 9 лет. Сколько лет Мевсум? Значит, мы должны к 15 прибавить 9, и у нас получится 24 года. Значит, правильный ответ будет вариант Б. 24 года. Теперь рассмотрим следующий теоретический материал. Нахождение целого по его части. Чтобы найти целое по его части, нужно число соответствующей части разделить на числитель и результат умножить на знаменитель. На знаменатель. Например, нам нужно найти число, если нам известно, что 2/3 его части равны 26. Значит, мы должны 26 разделить на 2, чтобы узнать, сколько же будет у нас одна часть. Затем умножить на 3, то есть умножить на знаменатель. И у нас получится 39. Значит, 2/3 числа 39 есть 26. Теперь давайте попрактикуемся с вами на следующих заданиях. В среду в столовой использовали 48 литров растительного масла. Это составляет 3/8 всего потраченного масла в течение недели. Сколько литров масла потрачено за неделю? Итак, у нас 48 литров. Значит, это часть, то, что потратили, это есть 3/8 части от потраченного в течение недели. Поэтому мы должны 48 разделить вначале на 3, чтобы узнать, сколько же составляет одна часть, а затем умножить на 8, так как у нас 8 частей. Итого у нас получается 128 литров. Значит, за одну неделю было потрачено 128 литров масла. Правильный ответ – это вариант С. За 5 метров ленты Нармина заплатила 40 манат, израсходовав 1/4 часть имеющихся у нее денег. Сколько метров ленты она могла бы купить на все имевшиеся у нее деньги? Итак, нам известно, что 40 манатов, которые она израсходовала, это есть 1/4 часть ее денег. Для того, чтобы найти количество денег, то есть для того, чтобы найти сколько же всего денег, мы должны будем 40 разделить на 1 и умножить на 4. И у нас получится 160 манатов. Значит, у Нармина было всего 160 манатов. Теперь нам известно, что она заплатила за 5 метров ленты 40 манатов. Отсюда мы можем узнать, сколько же стоит 1 метр ленты. Для этого мы должны 40 манатов разделить на 5. И у нас получается, что 1 метр у нас
стоит 8 манатов. У Нармина было всего 160 манатов. А так как 1 метр ленты стоит 8 манатов, то мы тогда можем узнать, сколько же она могла купить ленты. Для этого мы должны 160 разделить на 8. И у нас получится 20 метров. Значит, Нармина на все имевшиеся у нее деньги могла купить 20 метров ленты. Значит, правильный ответ – вариант Е. Магазин продал первый день 160 килограмм яблок, что составило 1/3 всех яблок. Во второй день 4/5 оставшихся яблок. Сколько килограммов яблок осталось продать? Итак, 160 килограмм, то, что было продано в первый день, это есть 1/3 часть всех яблок. Тогда мы, чтобы узнать, сколько же у нас было всего яблок, мы должны будем 160, разделить на 3, разделить на 1 и умножить на 3. И у нас получается, что 480 килограмм. Значит, у нас всего было 480 килограмм. Теперь во второй день мы знаем, что они продали 4/5 оставшихся яблок. Мы знаем, что всего было 480 килограмм, а в первый день продали 160. Теперь нам нужно узнать, сколько же яблок осталось, чтобы найти 4/5, то, что продали во второй день. Поэтому мы от количества яблок, всего количества, отнимаем 160. И у нас получается 320 – это количество яблок, которое у нас осталось. И вот от 320 4/5 части – это есть то количество, которое продали во второй день. Теперь для того, чтобы найти часть от 320, мы должны будем 320 разделить на 5 и умножить на 4. И у нас получится 256 килограмм. Значит, продали 256 килограмм. Теперь у нас вопрос такой. Сколько килограмм яблок осталось продать? Итак, первый день продали 160 килограмм. Во второй день продали 256 килограмм. Значит, всего продали 416 килограмм. А общее количество всего у нас было 480. Значит, мы должны от 480 отнять 416. И у нас получается 64 килограмма. Значит, у нас осталось продать 64 килограмма. Правильный ответ – вариант Б. Длина прямоугольника 36 метров. Ширина составляет 3/4 длины прямоугольника. А периметр прямоугольника – 1/3 часть периметра квадрата. Найдите периметр квадрата. У нас есть длина прямоугольника 36. Ширина же составляет 3/4 длины прямоугольника. Поэтому мы должны будем 36 разделить на 4 и умножить. То есть длина есть 3/4 ширины. Для этого мы должны 36 разделить на 4 и умножить на 3. У нас получится 27 метров. Теперь у нас говорится, что периметр многоугольника есть 1/3 часть периметра квадрата. Найдите периметр квадрата. Найдем периметр прямоугольника. Периметр прямоугольника будет равен у нас, мы знаем, что длина плюс ширина умноженная на 2. И у нас получится 126 метров. Это периметр прямоугольника. Теперь у нас спрашивается,
что в условии говорится, периметр прямоугольника – это 1/3 часть периметра квадрата. Найдите периметр квадрата. Значит, мы должны 126 для того, чтобы найти периметр квадрата, разделить на 1 и умножить на 3. И у нас получится 378 метров. И правильный вариант будет вариант А. Назрин 18 лет. Это составляет 3 девятые от возраста ее мамы. На сколько лет мама старше дочери? Итак, Назрин 18 лет. Это 3 девятые от возраста мамы. Для того, чтобы найти возраст мамы, мы должны 18 разделить на 3 и умножить на 9. И у нас получится 54 года. Значит, маме 54 года. На сколько лет мама старше дочери? Мы должны от 54 отнять 18. И у нас получится 36. Правильный ответ – вариант А. Из сосуда, две трети части которого составляет 12 литров, перелили в другой сосуд 3 литра. Количество жидкости в обоих сосудах стало одинаковым. Сколько литров жидкости было во втором сосуде первоначально? Итак, у нас две трети части составляет 12 литров. Для этого, чтобы узнать целое, мы должны будем 12 разделить на 2 и умножить на 3. И у нас получается 18 литров. Значит, у нас всего 18 литров. Затем из сосуда перелили в другой сосуд 3 литра. Количество жидкости в обоих сосудах стало одинаковым. Сколько литров жидкости было во втором сосуде первоначально? Итак, у нас стало 15 литров, одинаково в двух сосудах. И чтобы узнать, сколько же было первоначально, мы должны будем, так как у них стало по 15 литров в каждом сосуде, отнять то количество жидкости, которое мы туда перелили, то есть 3. И у нас получится 12. Значит, первоначально у нас в сосуде, во втором сосуде, было 12 литров. И правильный вариант – С. Площадь треугольника равна 25 квадратных сантиметров, что составляет 1/4 часть площади квадрата. Найдите периметр квадрата. Итак, у нас есть треугольник. Его площадь есть, значит, часть. 25 сантиметров в квадрате, квадратных сантиметров, это есть 1/4 часть площади квадрата. Значит, для того, чтобы найти площадь квадрата, нам нужно 25 разделить на 1 и умножить на 4. И это получается 100 метров в квадрате. Значит, площадь квадрата равна 100 квадратным метрам. Мы знаем, что площадь квадрата, чтобы найти площадь квадрата, так как у квадрата все стороны равны, мы одну сторону умножаем на вторую. И у нас получается, что произведение этих двух одинаковых чисел равно 100. Значит, получается, что это одна сторона квадрата будет 10, потому что 10 умножить на 10 у нас получается как раз 100. И получается, что А у нас равно 10 метрам. Это сторона квадрата. Теперь, зная сторону квадрата, мы можем найти его периметр. А периметр квадрата мы знаем, что это есть 4 умножить, так как у квадрата 4 одинаковые равные стороны, поэтому мы должны 4 умножить на 10. И у нас получается 40 сантиметров. Извините, здесь у нас сантиметры. Так. И у нас получается периметр равен 40 сантиметрам. И правильный ответ – вариант С. Две пятые части расстояния между городами равно 60 километров. Найдите 7 пятнадцатой части всего расстояния. Итак, так как две трети части – это есть 60, то мы можем найти
целое, то есть узнать все расстояние между городами. Для этого мы 60 разделим на 2 и умножим на 3. И у нас получится 5. Разделим на 2 и умножим на 5. И у нас получится 150 километров. Это весь путь. Мы нашли целый. Теперь же нам требуется найти от этого целого, от 150 километров, найти часть 7, 15 части. Для этого мы 150 будем делить на 15 и умножим на 7. То есть у нас получается 15 частей. Мы разделили на 15 частей и определим, сколько же из этих 15 составляет 7. И у нас получается 70 километров. Правильный ответ – вариант А – 70 километров. 17. Найдите сумму числа, 3 восьмых части которого равны 64, и числа, 5 шестых части которого равна 120. Итак, 3 восьмые части – это есть 64, значит, мы должны найти целый. Для этого мы 64 должны разделить на 3 и умножить на 8. И у нас получится 224. Значит, первое число 224. Затем 5 шестые части есть 120. Значит, мы должны 120 разделить на 5 и умножить на 6. И это у нас получится 144. Нам нужно найти сумму этих чисел. Поэтому мы должны прибавить 224 и 144. И в результате сумма этих чисел равна 368. Правильный ответ. Так. Теперь рассмотрим следующую тему, которую мы будем рассматривать на вебинаре сегодня. Это уравнение. Уравнение – это равенство с неизвестным числом. Неизвестное число обозначает латинской буквой. Решить уравнение – это значит найти значение неизвестного, при котором равенство будет верным. Уравнения бывают разным видом, они бывают простые, более сложные. Но для того, чтобы правильно решить уравнение, мы должны всегда, значит, если это уравнение сложное, мы должны его упростить, привести к более простому виду. И сейчас мы просто рассмотрим с вами следующее уравнение. У нас дано вот такое уравнение, которое состоит из нескольких частей. Для того, чтобы решить это уравнение, нам нужно вначале его просто упростить. Итак, если мы посмотрим внимательно, то первое, что мы можем сделать, это найти произведение чисел 19 и 4. И это будет равно 76. Затем мы можем написать следующее. Значит, 32 плюс 9, деленное на х, плюс 17, равно, мы от 76 отнимаем 24, и у нас получается 52. Теперь, что мы можем еще найти? Представим себе, что вот эта скобочка, это есть как бы неизвестное слагаемое. Тогда мы должны будем от суммы отнять известное слагаемое. У нас получается 9 делить на х равно 52 минус 32. И 9 делить на х плюс 17 у нас будет равно 20. Теперь опять то же самое. Представим, что 9 деленное на х – это есть неизвестное слагаемое. У нас получается 20 минус 17 и 9 деленное на х равно 3. Отсюда мы легко можем найти х. В данном случае нам нужно найти неизвестный делитель. Для этого мы должны делимое разделить на частное. И у нас х будет равно 3. Теперь, конечно, для того, чтобы убедиться, верно ли мы решили уравнение, нам нужно сделать проверку. То есть мы должны вместо х поставить значение, которое мы нашли. У нас получилось 3. И у нас получается 32 плюс 9 делить на 3 плюс 17 равно 52.
Теперь давайте мы с вами проверим. 9 делить на 3 – это будет 3. 3 плюс 17 у нас получается 20. Значит, вся эта скобка равна 20. 32 прибавить 20 будет 52. Значит, левая сторона и правая сторона у нас равны. Значит, мы уравнение решили верно. Значит, решением этого уравнения будет являться вариант Е. 3. Вычислите сумму корней x плюс y для следующих уравнений. Итак, у нас даны два уравнения. Вначале мы должны решить их, а затем найти сумму их корней. Итак, первое уравнение. Мы сразу его можем упростить. 48 делить на 3. Мы знаем, что это будет 16. Поэтому мы здесь пишем 16. У нас получилось уже более простое уравнение. Х минус 34 равно 16. В данном случае х у нас является уменьшаемым. А мы уже знаем, чтобы найти уменьшаемое, нам нужно, значит, к разности прибавить вычитаемое. То есть мы должны 16 прибавить 34. И х у нас будет равно 50. Теперь решим второе уравнение. Оно более сложное. Мы его тоже должны упростить. Опять, значит, представим себе, что вот у нас эта скобка есть неизвестная вся. И мы ее переписываем. И к 25, от 25 мы должны отнять 18. Представим себе, что вот эта вся часть является как бы неизвестным слагаемым. Делите на y плюс 9, делите на 3, у нас получается 7. Теперь представим себе, что вот эта вся скобочка у нас является делимая. Для того, чтобы найти делимое, что мы должны сделать? Конечно же, частное умножить на делитель. Поэтому мы пишем 24 делить на y плюс 9 будет 7 умножить на 3, а это есть 21. Теперь у нас получается вот неизвестное 24 делить на y. Представим себе, что это неизвестное слагаемое. Чтобы найти эту часть, мы должны от суммы отнять известное слагаемое. И у нас получается 24 делить на y, у нас получается 12. Чтобы найти y, а y у нас делитель, чтобы найти делитель, нам нужно делимое разделить на частное. И y будет равен 2. Теперь по условию нам нужно найти сумму х плюс y. Х у нас будет 50, а y у нас равно 2. Значит, х плюс y будет равно 52. Значит, правильный ответ вариант D, 52. Рассмотрим следующее задание. Найдите среднее арифметическое корней следующих уравнений. Здесь все... Значит, простые уравнения, которые очень несложно решить. То есть здесь нам нужно найти неизвестное слагаемое. Для этого мы должны от суммы, от 76, отнять 25. И х у нас будет равно 51. 51. Чтобы найти y, в данном выражении у нас y – это вычитаемое, мы должны... от уменьшаемого отнять разность. И y у нас будет равен здесь 70. Затем следующее а уравнение, чтобы решить, нам нужно найти уменьшаемое. Для этого мы к разности прибавим вычитаемое. И у нас получается, что а равно 62. Теперь нам нужно найти среднее арифметическое корней этих уравнений. А так как у нас 3 числа, а мы знаем, что среднее арифметическое, чтобы найти, нам нужно сложить все числа, а затем разделить на количество слагаемых. У нас получается 51 плюс 70 плюс 62, и всю сумму мы должны разделить на 3. И у нас получается, здесь получается 183, сумма нам дает, разделить на 3, получается 61. Значит, среднее арифметическое корней наших уравнений будет равно 61. Правильный ответ – вариант С.
Катер по течению за 7 часов проплыл такое же расстояние, которое проплывает за 8 часов против течения. Скорость течения реки равна 2 км в час. Вычислите скорость катера в стоячей воде. Дело в том, что есть такие задачи, которые мы тоже решаем, именно используя уравнение, то есть составив уравнение. Вот сейчас мы с вами рассмотрим несколько таких задач. Итак, у нас предположим, что мы обозначим скорость катера, обозначим через x. По условию нам известно, что катер по течению за 7 часов проплыл такое же расстояние, которое проплыл за 8 часов против течения. Нам известна скорость течения. Это 2 км в час. Мы уже с вами знаем, что если скорость катера у нас x, и катер плывет по течению, тогда к его скорости мы должны прибавить скорость течения. Это у нас будет по течению. А если катер плывет против течения, тогда наоборот его скорость уменьшается. Это будет против течения. Теперь по условию нам говорится, что катер по течению за 7 часов, значит, он плыл 7 часов по течению со скоростью x плюс 2. Он плыл и против течения за 8 часов. Одинаковое расстояние. Значит, мы знаем, что скорость, умноженная на время, это и есть путь. Это по течению. А с правой стороны мы записали путь, но нашли уже против течения, то есть это и есть скорость против течения, умноженная на время, которую он затратил, когда он плыл против течения. Итак, у нас получилось вот такое уравнение. Здесь мы должны будем раскрыть скобки. 7х плюс 14 будет равно 8х минус 16. Теперь для того, чтобы решить это уравнение, мы известные в одну сторону, неизвестные мы, значит, перенесем в другую сторону. И у нас получится, что 8х отнять 7х, а здесь у нас получится 14 плюс 16. И в результате у нас получится, что х равен 30. Нам нужно узнать, нам нужно вычислить скорость катера в стоячей воде. И эта скорость будет равна 30. Значит, правильный ответ – вариант П. Назель хочет купить чашки. Если она купит 5 чашек, то у нее останется 50 манатов. А для покупки 7 чашек ей не хватает 20 манатов. Сколько стоит одна чашка? Допустим, мы предположим, что, опять-таки, мы решим эту задачу с помощью уравнения. Допустим, цена чашки у нас x. Обозначим, что чашка наша стоит x монатов. Если Назрин купит 5 чашек, то есть 5x, то у нее останутся 50 монатов. Это количество ее всех, количество имеющихся денег. То есть она покупает 5 чашек, и еще у нее остается 50. Но если она купит 7 чашек, ей не хватит 10 манатов. Значит, она покупает 7 чашек, и у нее не хватает. То есть у нее меньше денег на 10. И если мы поставим здесь знак равенства, то есть у нас получается и слева, и справа количество денег, которые имела Назрин. И составим вот следующее уравнение. Опять неизвестное в одну сторону, а известное в другую. У нас получится 7х минус 5х равно 50 плюс 10. Если мы от 7 отнимаем 5, у нас получается 2х, и это будет равно 60. Х будет равно 30. Значит, чашка стоит 30 манатов. Правильный ответ – вариант А. Две трети части суммы трех последовательных нечетных чисел равна 218, чему равно наибольшее число. Значит, так как сумма две трети части от этой суммы равна 218, то мы сначала найдем
целое. То есть узнаем, сколько же будет, чему же будет равна сумма трех последовательных нечетных чисел, если две трети ее части равны 218. Для этого мы 218 разделим на 2 и умножим на 3. И у нас получится 318. Значит, сумма трех последовательных нечетных чисел у нас равна 318. Итак, составим уравнение. Предположим, что у нас есть первое число, мы его обозначим через x. Тогда второе число у нас будет x плюс 2, так как это у нас последовательные нечетные числа. Значит, каждое следующее число будет на 2 больше. Тогда третье число у нас будет x плюс 2. То есть второе число мы прибавляем еще 2. А вместе это делает 318. Теперь мы можем составить уравнение. Итак, у нас x, x, x. То есть сумма первого, второго, третьего числа вместе дает 318. У нас получается 3x плюс 2 плюс 2 плюс 2 равно 6. И это все делает 318. Теперь мы решим это уравнение. Итак, 3х равно 318, мы отнимаем 6. 3х у нас будет равно 312. Теперь х отсюда равно 104. Теперь у нас по условию спрашивается, чему равно наибольшее число. А наибольшее число у нас третье. Значит, мы должны 104 прибавить 2 и прибавить 2. Вот мы нашли х 104. И у нас получается 108. Значит, самое наибольшее число у нас будет число 108. Правильный вариант – С. Для приготовления бутылочного стекла берут 25 частей песка, 9 частей соды и 5 частей извести по массе. Сколько потребуется соды, чтобы изготовить 390 килограмм стекла? Итак, нам нужно будет взять, сначала составим уравнение. И для начала мы должны узнать, сколько же грамм составляет у нас одна часть. Итак, у нас, допустим, мы одну часть обозначим через х. Одна часть – это есть у нас х. Тогда, так как у нас 25 частей песка, значит, будет 25х плюс 9 умножить на х 9х и плюс 5х. И все это вместе делает 390 килограмм. 25 плюс 5 – 30, плюс 9 – получается 39х. У нас равно 390. Отсюда х мы 390 делим на 39, х у нас равен 10. Значит, получается, что одна часть – это есть 10. А нам нужно узнать, сколько же составляет по массе, сколько нам потребуется соды. Так как мы берем 9 частей, а одна часть – это есть 10 килограмм, тогда мы должны 9 умножить на 10, и у нас получается 90 килограмм. И правильный ответ – вариант Е. Если сумму трехкратного и восьмикратного значения некоторого числа разделить на 7, то в частном получится 66. Итак, у нас есть число, какое-то число. Мы его обозначим через х, неизвестное число. Если мы возьмем его трехкратное значение, то есть умноженное на 3, и сумму его же восьмикратного значения, то есть это будет 8х, и разделим на 7, то в частном у нас получится 66. Вот у нас получилось такое уравнение. Теперь 3 прибавить 8х, это будет 11х. Делить на 7 равно 66. Итак, 11х – это нам неизвестно. Представим себе, что это у нас есть делимое. Мы знаем, что для того, чтобы найти делимое, мы должны будем 66, 11х будет равно 66 умножить на 7. Отсюда 11х у нас будет равно 462. И х будет, чтобы найти неизвестный делитель, нам нужно будет
Ой, извините, чтобы найти неизвестный множитель, нам нужно будет произведение разделить на известный множитель. И тогда у нас получится 42. Значит, верный ответ у нас будет вариант А, число 42. Первый вагон погрузили угля в 3 раза больше, чем во второй. Сколько тонн груза погрузили в первый вагон, если в первый погрузили на 52 тонны больше угля, чем во второй? Итак, давайте мы с вами опять составим уравнение. Итак, предположим, что у нас во второй вагон погрузили, во второй вагон у нас погрузили x. Тогда в первый вагон у нас в 3 раза больше. Это будет 3х. И мы знаем, что также, что если в первый вагон погрузили на 52 угля больше, значит, у нас получится, что если мы к х прибавим 52, у нас получится 3х. Отсюда у нас получается 3х будет равен 52. По х будет равно 52, и х будет равен 26 тонн. Значит, 26 тонн – это у нас будет второй. А чтобы найти, нам нужно найти, сколько погрузили в первый вагон, нам надо будет 26 умножить на 3. И это у нас получится 78 тонн. Значит, у нас во второй вагон, ой, в первый вагон погрузили 78 тонн. Правильный ответ, вариант D. Кианан выше Рамиза на 5 сантиметров. Сардар выше Кианана на 3 сантиметра. В сумме рост троих мальчиков составляет 385 сантиметров. Найдите рост Сардара. Если мы внимательно прочитаем задачу, то мы здесь можем понять, что нам ничего как бы неизвестно именно про рост Рамиза. Поэтому мы рост Рамиза обозначаем через x, то есть мы не знаем. Но нам известно по условию, что Кианана рост у нас на 5 больше, значит будет x плюс 5. Затем у нас Сардар по условию, он выше Кианана на 3, x плюс 5. И плюс 3. А вместе сумма составляет 385 сантиметров. Найдите рост Сардара. Итак, мы можем составить опять уравнение. У нас получается x, 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 это делает 3x, плюс 5 плюс 5, 10, и плюс 3, получается 13. И вместе это все делает 385. Решим это уравнение. 3х равно 385 минус 13, и 3х будет равно 372, а х отсюда будет равно 372, мы должны будем разделить на 3. И отсюда х у нас получается 124. Значит, у нас рост Рамиза равен 124 сантиметрам. Но по условию у нас требуется найти рост Сардара. А мы знаем, что вот рост Сардара, это получается x плюс 5 плюс 3. Значит, x у нас так как 124, значит, мы к нему прибавляем 5, прибавляем 3. И у нас получается 132. Значит, рост Сардара равен 132 сантиметрам. Правильный вариант ответа – вариант С. Арифа купила сумку той же модели, но на 4 маната дороже, чем Латифа. А Кёмюль на 3 маната дешевле, чем Арифа. Сколько денег за сумку заплатила Латифа, если Кёмюль купила сумку за 27 манатов? Итак, предположим, что Латифа купила сумку, мы не знаем за сколько, за x манатов. Тогда у нас Арифа, так как купила на 4 маната дороже, будет x плюс 4. Кёнюль же купила на 3 маната дешевле, чем Арифа. Значит, если Арифа купила у нас за x плюс 4, то Кёнюль x плюс 4 и минус 3 на 3 маната дешевле. По условию мы знаем, что Кёнюль купила за 27 манат. Значит,
Х плюс 4 минус 3 будет равно 27. Значит, получается, что х плюс 1 равно 27. Х будет у нас равно 26. Значит, получается, что сколько денег заплатила для Тифа за сумку? 26 манатов. И правильный вариант этой задачи – вариант Б. В двух выставочных залах находится 123 человека. Из одного зала вышли 8 человек, трое из них перешли в другой зал, остальные ушли домой. После этого людей в залах стало поровну. Сколько посетителей было в каждом зале сначала? Итак, давайте мы с вами рассмотрим. Предположим, что у нас в одном зале, допустим, в первом зале, у нас было x человек. Тогда во втором зале у нас будет 123 минус x, количество людей. По условию задачи мы знаем, что из этого зала вышли 8 человек. И после того, как 3 человека из них вошли во второй зал, у них стало равное количество. Значит, x минус 8, количество в первом зале, равно количеству во втором зале. Теперь решим это уравнение. Х перенесем известное в одну сторону, а неизвестное в другую сторону. У нас получится, что 2х равно 134. Отсюда х будет равно 134 делить на 2. Х будет у нас 67. Значит, у нас получается, что 67 человек у нас было в первом зале. Теперь у нас спрашивается, а сколько же было в каждом, да, зале? Если у нас было здесь 67, значит, теперь, а во втором зале у нас, а у нас всего 123, значит, мы от 123 отнимаем 67. И у нас получается 56. Значит, у нас 56 человек было во втором зале. Правильный ответ – это вариант А, 56 и 67. Разница в возрасте между матерью и сыном равна 24 года. Если возраст сына умножить на 2, а затем прибавить 6, то результат будет равен возрасту матери. Дочь в 3 раза младше матери, чему равна сумма возрастов матери и дочери. Итак, предположим, что, опять-таки, мы решим эту задачу, составив уравнение. Предположим, что сумма сына у нас это есть x, то есть нам неизвестно по условию задачи. Но нам известно, что разница в возрасте между матерью и сыном есть 24 года. Значит, мама старше своего сына на 24 года. По условию задачи нам говорят, что если возраст сына умножить на 2, затем прибавить 6, то это число будет равно возрасту мамы. А возраст мамы есть x плюс 24. Вот у нас получилось такое уравнение. Итак, известное в одну сторону, неизвестное в другую. Здесь у нас 2х минус х будет равно 24 минус 6. Х будет равно 18. Значит, возраст сына у нас есть 18 лет. Но в нашей задаче есть еще, говорится, что дочь в 3 раза младше матери, чему равна сумма возрастов матери и дочери. Итак, зная возраст сына, мы можем найти возраст мамы. Мама на 24 года старше. Это у нас сын. 18 прибавим 24. У нас получится 42 года. Значит, маме 42 года. По условию дочь в 3 раза младше. Значит, мы должны 42 разделить на 3. И у нас получится 14. Значит, дочери 14 лет. Это мама, а это дочь. Нам нужно найти сумму возрастов матери и дочери. Значит, мы должны к 42 прибавить 14. И у нас получится в сумме 56 лет. И правильный вариант – вариант А, 56 лет.
На этом, уважаемые слушатели вебинара, наш вебинар подошел к концу. Желаю вам успехов, удачи и до встречи на следующих вебинарах.